митрополит Новосибирский Бердский Никодим совершил божественную литургию в храме Сретения Господня в Бердске. В этот день читался евангельский отрывок о том, как Господь Иисус Христос накормил 5 хлебами и 2 рыбами множество людей. Какое отношение это повествование имеет к нашей сегодняшней жизни, рассказал в своей проповеди архипастырь. Очень важно, выходя из церкви, сохранить Слово Божие в сердце своем, потому что в первую очередь Господь хочет напитать нас Словом истины, а потом уже явить чудо. Именно об этом гласит сегодняшнее евангельское повествование. В страданиях проходит время жизни нашей. Но часто страдания происходят с человеком от того, что человек бывает неумеен в своем едении и питии. Сколько болезней и сколько искушений приходит к человеку, который не может обуздать свой желудок. Хлеб наш насущный дашь нам есть. То, что нужно нам сегодня, сейчас, для подкрепления нашего тела, но не для того, чтобы оно объедалось и пресыщалось. Если бы люди задумывались о том, насколько они являются рабами своего желудка, то они бы очень удивились. Причем услаждаться можно не просто объедаясь, но даже помышляя о том, а что было бы хорошо съесть то или иное, выпить то или другое, упиться, напиться. Человек не думает о Боге, не думает о том, как в здравии содержать свое тело, а думает о том, как, объевшись, предаться пороку. А тело, объевшееся, бороться не хочет. Тело хочет впадать в грехи, и приходится человеку не делать добрые дела для мира, а бороться со своими собственными искушениями и падениями. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим воскресным днем. Желаю вам крепость душевных и телесных сил. На многое и благая жизнь.